Всем привет, это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Возможны весьма непредсказуемые повороты судьбы в хорошую сторону. Телец. Без детального продумывания вашего плана в этот день вам не добиться ничего серьезного. Близнецы. Возможно, в сложной ситуации, которая сложится в этот день, вам окажут помощь родные и близкие. Рак. Какие-то дела в этот день могут решиться и без вашего участия. Лев. Вашего хорошего настроения хватает и на себя, и на помощь другим. Дева. В личной жизни наступает вдохновляющий и нежный период. Весы. Для вашего же блага стоит хоть иногда учитывать мнение чужих людей. Скорпион. В этот день вы встретите сильного независимого человека, которого захотите сделать своим примером для подражания. Стрелец. Всему виной ваши накопившиеся служебные и профессиональные проблемы. Пришла пора их решать. Козерог. Все неприятности в этот день будут легко отложены в дальний ящик. Водолей. Нынче ваша вторая половинка будет нуждаться во внимании больше, чем обычно. Рыбы. Возможно, внезапная поездка, которая принесет романтическое увлечение. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!